В последний день лета прошла пресс-конференция, посвященная открытию 84-го концертного сезона в Приморской краевой филармонии. Начнется он с концерта «Великие симфонии», который состоится в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Также новый сезон Тихоокеанский симфонический оркестр откроет под управлением нового главного дирижера. 8 числа у нас открытие нашего нового сезона будет исполнено симфонической фантазии Сергея Васильевича Рахманинова «Утес», Великая симфония Людвига ван Бетховена «Пятая симфония» и первый концерт Петра Ильича Чайковского, солист Иван Куликовский, который уже не первый раз сотрудничает с этим оркестром. Мы уже приступили к репетициям, программа готова, и мы будем рады видеть вас не только на нашем открытии, но и на всех других концертах наших. С руководством у нас запланировано много интересных новых программ, образовательных программ. Два музыкальных события с этого года включены в национальный проект «Культура». Это фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» и международный джазовый фестиваль. Также на пресс-конференции рассказали о программе 9-го фестиваля культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет с 22 сентября по 6 октября. Этот фестиваль, в отличие от нашего традиционного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна», джазового фестиваля, этот фестиваль, он такой многожанровый. Многостилевый, если можно так сказать, да. Здесь, конечно же, присутствует и классическая музыка, и фольклорные направления, национальные. Но, как отметила Ольга Максимчук, заместитель министра культуры и архивного дела края, самая главная ценность этого учреждения, конечно же, люди, влюбленные в музыкальное искусство, увлеченные своим любимым делом, которые сегодня и делают нашу жизнь краше, озвучивая ее разными жанрами музыкального искусства. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.